РБК «Пермь новости», с вами Рустам Вагизов. Здравствуйте. На новую фабрику «Созвездия» по производству мороженого планируют поставлять пермское молоко. Как сообщили нашему телеканалу, сейчас этот вопрос находится на стадии переговоров с краевым Минсельхозом. В планах наладить сотрудничество сразу с несколькими пермскими аграриями. Ежедневно на фабрике используется около 20 тонн молока. Сегодня состоялось открытие новой фабрики мороженого на базе пермского хладокомбината «Созвездия». Предприятие планирует увеличить свои производственные мощности до 12 тысяч тонн продукции в год. На модернизацию производства потратили 1 050 000 000 рублей. Сдали объект за 9 месяцев. По итогам прошлого года в бюджет края компания перечислила 25 000 000 рублей налоговых отчислений. Пермский хладокомбинат – это не только фабрика мороженого, не только рыбцех, но это уже, как было сказано, это именно накопительный холодильник, который самый мощный в Пермском крае. То есть вместимость этого холодильника 12 тысяч тонн. И на базе этого объекта у нас сейчас осуществляется дистрибьюция по всему Пермскому краю. В планах на следующий год расширить поставки за пределы России, в Казахстан, Монголию и Китай. Сейчас мороженое в фабрике «Созвездие» продают в 30 регионах страны.